Сергей Григорьевич Андреев и Швидлер. Швидлер, кстати, четырехкратный чемпион России, так что он и неоднократный участник турнира президента. Сильный Гасмейстер, но Андреев уменьшился, чуть меньше, к сожалению. Ну, в любом случае, попадает в том, конечно, информатор на, в основном только сильные гроссмейстеры и партии сильные, и шахматисты сильные. Вот. Итак, вот Андрей Сидер играет в Греции, 2002 год. Белый Андреев, D4, конь F6, C4, G6. Нам везет опять защиту выведена. Везет или не везет, но получается несколько защиты выведена. Сейчас, кстати, один из самых молодых бьет, хотя это было 13 лет назад, где сейчас часто играют, ну, защиту выведена черные. Многие гроссмейстеры играют защиту выведена и белыми, и черными. G6, конь C3, слон G7. О, нет, извиняюсь, не слон G7. Конь C3, черные сыграли D5 сразу, D5, черные сыграли. Если слон G7, кстати, это вообще тогда на слон G7 есть конь G4, и тогда же французская защита не получится, потому что белые создают мощный центр, D5 уже не будет возможно, много ударов. Поэтому смысл защиты выхода именно в том, что на третьем ходу в развитии слона черные играют D7, D5. Слон F4. Здесь белые не пошли в тот вариант, где разница разменов в центре, а сыграли динамик, слон F4. Слон G7, E3. Ну, идея-то обычно белые, хотя они не разворачивают, как в предыдущей партии, пешками центр, но слон стоит здесь хорошо, держит, помогает, диагональ, все дали на центр, а черный надо проиграть контр-игру. Черные сыграли здесь c5. C5. Ну, белые взяли на первых на c5. И черные сыграли ферзь a5. Ну, отыгрывает пешку. Тут вот какие-то кое-какие размены будут, но белых больше фигур в центре, так что нет инициативы на их стороне. Белые сыграли ладья c1. В одном из вариантов на c3 мы видели этот слон, и ферзь будет давить на c3, так что заранее защититься. Кроме того, ладья, потом, когда вот эти пешки будут все разменены, ладья будет занимать хорошую позицию на конце. Черный собрали dc, слон взял на c4, Ну, черные сейчас могут сразу взять на c5, но пока еще один ход откладывают. Рокировались. 0-0, короткая рокировка. Белые развели коня. Конь g2, нет, d2 все-таки. Еще раз, лишний раз на c3 хотят придерживаться. И черные взяли на c5. Слон под боем. Белые сыграли ферзь b3. Ферзь, да, нет, тут белый. Ферзь b3. С одной стороны защитили слона, а с другой стороны какое-то давление по диагонали. Черные сыграли развели коня, конь c6. Здесь последовал ход конь b5. Ну, здесь уже просить, что просить? Какая угроза у белых, если сейчас будет белый ход? Нет, просто слово эти всех шаг ферзь теряется. Ладья ведь на одном месте везем, как раз здесь скрытый шаг и гранит же это слона, но забирает на c5. Поэтому. Это тоже не приятно. Если так будет. Нет, ну по сути своей, зачем играть от добра, как говорится, добро не ищет. Зачем играть в конь c7, когда этот ход ничего не дает, потому что ладья отступит и все. Просто сразу ферзь выигрывает шаг, и ладья берет нельзя. Ну, ничего же не придумали. Зачем другие ходы?
пьем на тот сладок, пейзаж 5. Ну и заодно там может какая-то рассчитана на какую-то культуру игру. Почему сейчас не будет? Ну можно, но ладья будет. Вообще-то можно ферзем поставить шах на А5. И... Шах можно было бы, да. И но... взять просто своего коня. Ну это я такой можно притянуться. Ну конь себе, если ты возможно. Возможно, можно даже хотя поменять там белый рейс, опережать или там просто, да? Шах. И... Какой позиции? А, нет, в этой позиции вообще шаха не было. Фей же здесь стоит. Белый сыграет в Б5, здесь шаха нет. Это раньше было. А нет, раньше не было такой возможности. Белый только что сыграет в Б5, шаха здесь нет. Фейзя можно только туда вести, на H5. Это другой флаг. Фейзя H5. Белые сыграли конь G3. То есть еще один темп угадывает. Попадает на фейзя. Вот помните, я не раз говорил, что когда фейзя теперь выходит раньше времени в бой, то он всегда подвергается нападению. Поэтому можно его даже и потерять. То есть он, конечно, если потеряется, но белые несколько ходов делают, и черные пока ферзя надо пристраивать. Они больше ферзя H4. Ферзя H4. И вот здесь последовал ход, который ты предлагал, конь C7. Вот, эта позиция довольно известная. Довольно известная. Она в теории была известна. Здесь после... Мне кажется, что сильный протокол будет 5. Жертву конец будет 5. И... Жентри, нет? А вот в этой позиции слон стоит позже пошел в Жентри. Перед H4. Белый сыграет конь C7. И здесь последовал ход Здесь последовал ход G5. Это на следующий подарок. Теперь буду говорить. Здесь последовал G5. В этой позиции известно. Немножко вычурный ход, но шло под боем, и куда им ходить, оно вообще чуть ли не теряется. Потому что это поле занято, это спешка бьет. Вот. А если конь F5 здесь, если здесь конь F5, я вот с этого ряда спутал, если здесь конь F5, шло бьет F5, то вот здесь уже 3, этого поля уже нет. И здесь стоит...
быть связан. А ферзем не может быть, а брат сюда может быть. Но здесь все равно очень опасная позиция, потому что. Вы видите, нет, ферзи стоит, я думаю, пойти не может. Но что здесь получается? Ну вот у нас и убежать, если они так выжищие, может быть, опасный вопрос. Ну, может быть, так. Ну, то есть, снова, если выскочить, то уже нет. Тогда переграждаешь дорогу между ладьей и конем. Ну, мне кажется, выскочить. Ну, сейчас теперь на его, а ну, может быть, сразу станок как-то выскочить. А, ну можно так пойти, конь опять? Конь опять? И я меняюсь здесь, и чем ты не пойду сюда, слон верный 6. Так что будет висеть тяжелая фигура, и конь тут потеряется. Так что так же не крути, ведь надо легко. Нет, сейчас такая конь не стоит. Здесь, то есть, чуть-чуть ход. Сейчас убил. Я взял слона. Тогда надо... вот в каком варианте вы поняли? Нет, вот конь же 5, и я побил. Здесь вот тут мой пока. В каком варианте я вступил сюда? А может, уже сходить? Нет, конь в 5. Конь в 5? А там он слон стоит. Ну, так вообще король застрял здесь. Ну и кроме того, ну, в принципе, ну, в принципе, как хорошо, конь опять. Условно, я уже увидел. Хорошо. Побил. Победил. Победил. Ну, ты должен бить чем-то, и потом последний суд решишь. Нет, ты край коня забираем. Тогда будет два, две таких фигуры. Золотью, как мы знаем, две таких фигуры это много. Так что ну, такой ход, короче говоря, не опасен. Так, ферзь здесь, слон здесь, конь здесь. Нет, слушай, конь здесь. Давай, белый сделает просто более сильный ход. И нет смысла предлагать ход, который сомнительный. Ну что ты предлагаешь? Вот это комиссия. Вот здесь. Я когда выйти конем, а потом, когда вы придете на меня... Даже поставь статус сначала сюда, белого. Сейчас, секундочку. Значит, я думаю, что можно... Подожди, не спеши. Сейчас мой ход. Я играю черными. Я просто думаю, что можно съесть... Нет, в какой момент? Вот у тебя все равно 5, ты все равно принесешь 7. Да, вы побили. Я побил, да. Я пошел сюда. Нет. Я просто думаю... Играя, я по черным думать, как пойти. Да, да. Сюда, да? Нет, я точно бил на 8 раньше. И пока на 8 не бьешь, я играю на 5, у тебя нет времени побить на 8. А, ну у тебя есть время, да, но пока я так сыграю, это обидно будет. Ну да, то так. Дальше ваш ход. А ты хочешь, чтобы этот момент съесть, да? Кроме за 4. Да, я... И так ты... А, у меня нет времени на себя, потому что у 6. Нет, то ты еще ладью просто не съел. Ты уже отдал фигуру, а еще ничего не съел. Ты же не съел ладью. Я могу просто ладью отсюда. А? Вот такая позиция. Ход. Сейчас. Значит. Черные сыграли на конце. Черные сыграли конце 7. И черные сыграли на 5. Здесь ход белых. Ты пока еще ничего не съел. Значит, ты сейчас предлагаешь есть, да? Ну да. Ну хорошо, да, вот это съел. Да, я беру сюда. Дальше я хожу конь в 1. Хожу конь в 1. Правильно. Дальше. Подожди, зачем я тебе играю? Зачем я играю? Ну да, я играю, у меня опять все правильно. Хорошо, я хожу сюда. А, ты теперь хочешь выскочить, да? Да, я хочу выскочить. Теперь ваш ход. На кругу 4. А что? А там вещь в том, что если выходит слон не 8, то, ну да, кругу 4, я бью, кругу слон не 8, а я бью тут. Е6, слон не
Да, сейчас у меня 6. Сейчас. А вот я тогда знаешь, как делал? Я с этой минуты побью на E3. Перед тем, как сыграть в Б5, вот такая позиция, я все-таки побью за черт здесь. Побью за черт сюда. Грозит мат дает бать, тебе нужно бить еще бы за игры. Слон d7 хотят поймать коня. Пока просто напасть.
коня держу. Я держу 7. Черный сыграется. А? Если ты берешь коня, там опасно будет взять. Там лещина пока, да, но... А, я буду лечить. Ну, надеюсь. Так, ну, пешка идет, король идет. Но две фигуры сразу сильнее ладить. Пешка же, одна пешка маловато. Но здесь последовало, значит, слон d7, ферзь d7, и здесь черный сыграл на d8. Черный сыграл на d8, возможно, на это рассчитывали. Черный сыграл на c7, и последовало ферзь d8. Кажется, что черный все в порядке, то есть они выиграли. Они
Ладья у нас здесь стоит сейчас. На c6, да? То такой был вариант. Они могли... Могли бы вместо ферзь b4, могли пойти на e5. Это поле придержать. Тогда белые сыграли ферзь b7. Ладья b8. Ферзь b7. Ладья b2. Конь b6, король конь d7 шаг, ферзь d7, теперь конь d7 шаг.